Как вы думаете, почему вам не удавалось до этого момента завоевать первую победу в Кубке Днепра? Ну, мы долго к этому шли, как вы видите. У нас было очень, даже, ну, 0 очков. А сегодня ребята собрались, чуть ребята пришли со второй команды, усилили, и ребята, которые играют в первой команде, смогли собраться и показать достойную игру. Было жарко, тяжело, подошвы горели, но тем не менее мы смогли воспользоваться моментами, которые возникали. Что для вас означает эта победа? Победа. 3 очка, а там дальше будем бороться. А нам уже отступать некуда. Мы, в принципе, находимся в конце турнирной таблицы и будем давать бой каждому сопернику. Дальше у вас в планах пляжный футбол, отдых, может? Ну, лично у меня еще вторая игра сегодня, Дилижанс 2 играет. Буду там еще помогать ребятам достигать там во второй или в третьей лиге, да, сейчас они там поделились. Будем там помогать. А у ребят дальше собираться. Будем собираться, будем на тренировки приходить, и будет результат, как сегодня показалось. А даже с сильной командой можно бороться и набирать очки.